Если бы мужчины знали, о чем думают женщины, то были бы в 20 раз нахальнее. Родненькая, да я знаю, о чем вы думаете. Я глубоко убежден и уверен, что женщинам секс нужен гораздо больше, чем мужчинам. Но и в принципе с нормальными женщинами, если немножко ей показываешь свое там нахальство, немножечко, да, там, чуть посмелее действуешь, а все нормально, вы взаимодействуете, все прекрасно. Но у большей же половины, я бы сказал, даже процента на 90 сидит вот этот вот долбанный культ женщины в голове, да. Мужчина должен добиваться, мужчина должен дарить подарки, я должна снизойти до него, чтобы что-то ему дать, да, вот как они считают, дать что-то, дать мужчине секс. Хотя по факту никто никому ничего не дает, просто люди занимаются тем, что им приятно, и все. Но многие женщины думают, что они что-то дают. Да, и мужчина это должен заслужить. Поэтому вот такой диссонанс происходит у нас в обществе.